Недаром узбекистанцы говорят «халкчил президент», «народный президент». Это вновь мы увидели в ходе рабочей поездки. Когда руководитель страны отошел от запланированного графика и направился к ним, простым людям, в обычную махалю города Ферганы. Узнать, чем живут они, что волнует их, какие проблемы важно решить, чтобы каждый был удовлетворен жизнью. Глава государства пешком прошел по территории Махали Шодиона. Простые люди его искренне приветствовали, искренне радовались встрече. Şunu bir kandaylar başkaca tarzda kımakçı biz. Şunun için bana şu özüm aynı hale yürüp var. Президент к нам в Махалю пришел. Был очень уверенным, внимательным. Вы не представляете, что мы испытали, когда его увидели. Мы даже не мечтали, что он приедет к нам. Глава государства принес с собой удачу, благополучие. И нам посчастливилось встретиться с президентом. Он посетил Махалю, где мы живем. За это очень благодарны. За то, что он постоянно с народом, живет его чаяниями. Приглашение на свадьбу было любезно принято. Это важное в жизни каждой семьи событие состоялось сегодня. Поздравить молодоженов от имени президента пришли руководители области. В торжественной обстановке вручили подарки руководителя страны. Очень рады, что лишний президент наш поздравил свадьбу. Спасибо огромное. Для меня это большое счастье.
Hayırda mahalle. Hayırda mahalle. Mahalle mektubu mahalle. Bu orada. Bu ne kadar bir yerlerde yetiştirmek için. Kendi tizimlerin gözü mangayı bilir. Üçüncü grubumuz var. Mahalle. Assalamu alaikum. Şadiyana mahallesine bir uzun aynalı kereydim, sizlerle koyganı geldim. Rahmet, arcanızdan mutlu olsun. Rahmet, bollarımız vaktiye sok bulup yürüyün. Rahmet, rahmet. Rahmet, sağ selamat. Kayfiyetlerim yakışır mı olsun? Yakışır, yakışır. İlahi, yurtumuz tinç olsun. Kişiliğimizde koş tekmasın. Ammamız bana ağır bir baladan yasın ama kutu olayın. Kasallardan. Kolumuzdan kekençeyen de hareket kıla yaptırız. İlacı borcu adamlar deyip atmasaydınız için kasallikli olduğunu alış bu yüzden aşağıya. Hamması bitten asas silahlı tinçliklerinde öyle kılıyor. Rahmet ilahim sağ olayım. Hem işte tancanın sağ olsun. Rahmetimiz gibi. Şu güçlü nasıl çıralıydı mı lan? Bakılıyor. Rahmet. Tancanın sağ olsun. En kuyup olan adam şu bizde kılakkan işlerimizi düşünmeyeniniz için rahmet. Bana hem en kette maksat muddavam şu halkımızda oğrını yengil kılıyor. Salgına bu sayem şu kıyıcılıkta, kıynelmasında hareket kılıyor bu sanmam. Nasıl arzu kılardın? Kız geliyor mu ki rahmet? Arzu kılardın. Arzu kılardın. Жители Махали в эти минуты не скрывали эмоций. У нас была заветная мечта. Думали, увидим ли президента? Мы очень рады. Здоровья главе государства. Пусть в нашей стране будет мир. Дети наши радуются. Не думали, что к нам сам лично приедет президент. Мой сын мне на этот раз говорил, что видел во сне нашего президента. И вот это случилось. Мы общались с ним. Безмерно рады. И уже сегодня памятные фото нашли своих владельцев. Искренние, наполненные особым человеческим теплом моменты и приглашение в дом, в гости. Узбекистан – большое, многонациональное, многомиллионное государство. И в период глобализации, испытаний, вызванных пандемией, необходимости решения экономических проблем, каждой страной принимаются важные решения. В нашем государстве делается все для того, чтобы поддержать людей, сплотить их и выйти из испытаний еще более сильными. И этот визит президента Фергану стал наглядным свидетельством благих устремлений.